Вы смотрите новости на Солнце ТВ, и мы продолжаем. 100 предпринимателей Южно-Сахалинска в прошлом году получили субсидии на развитие дела. Сейчас в областном центре зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. В областной столице существует ряд механизмов поддержки предпринимателей. Например, муниципалитет предоставляет субсидии на компенсацию затрат на модернизацию основных фондов, приобретение оборудования, переобучение сотрудников и другое. В прошлом году на эти цели было выделено более 57 миллионов рублей. В 2023 сумму планируют увеличить. Когда мы решили открыть свое дело, мы обратились в управление торговли. Нам выделили субсидию, которую мы потратили на приобретение оборудования, то есть холодильники, стеллажи, столы. Такая помощь от администрации, это очень хорошо, для начинающих особенно, когда у которых нет начального капитала, то это весомая помощь. Поддержку бизнесмены и самозанятые получают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».